Tek Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. В посольстве Казахстана в Азербайджане создан изобразительный участок. На пресс-конференции чрезвычайный полномочный посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов отметил, что в Казахстане в связи с внеочередными выборами в Мажилис, Нижнюю палату парламента, и маслихаты, органы местного самоуправления, в посольстве Казахстана в Азербайджане создан избирательный участок номер 262. Голосование в связи с выборами пройдет в воскресенье, 19 марта, с 7 утра до 8 вечера. Там же в посольстве Казахстана был продемонстрирован фильм «Две части одного целого», посвященный общим истокам культуры Азербайджана и Казахстана. Напомним, что показ фильма прошел в рамках приема, организованного посольством Казахстана в Азербайджане и приуроченного к предстоящим выборам в парламент и маслихаты Казахстана. Кроме того, авторы фильма затронули тему восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, отметив темпы и масштабы работ по восстановлению Карабаха. Посвященным предстоящим выборам в Мажилис парламента и маслихаты Казахстана, а также демонстрации фильма «Две части одного целого. Азербайджан-Казахстан», который был снят по просьбе посольства Национальным представительством межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Азербайджане. Я также хочу поздравить всех вас с приходом весны. Торпах чаршанбеңиз мубарак болсун. Также поздравляю всех с сегодняшним казахстанским праздником Амал или Курсукуна, который считается началом Нового года и равноденствия после долгой зимы. В этот день казахстанцы поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания и оказывают дань уважения старшему поколению. Этот праздник приобрел яркий характер, его чтят, ему искренне радуются. Пусть Новый год будет благодатным для всех нас. Дорогие друзья, возвращаясь к теме нашего мероприятия, я хотел бы сказать, что после неудавшейся попытки насильственного госпереворота в январе прошлого года наша страна еще больше упрочила основы государственного управления посредством проведения политических и социально-экономических реформ. Сегодняшний Казахстан на фоне тех дней стал другим. Конституционные поправки, которые были внедрены по итогам общереспубликанского референдума в июне прошлого года, вымостили дорогу новым демократическим принципам в нашей стране, в том числе возросшему влиянию парламента, ограничению президентских полномочий, упрощению процедур регистрации новых политических партий, прямой выборности сельских акимов и другим важным мерам. В январе этого года значительным событием стало восстановление и начало деятельности Конституционного суда, который следит за соответствием законов страны нашей Конституции и обеспечивает защиту основных прав наших граждан. Сегодня Казахстан стоит на пороге досрочных выборов депутатов Мажилиса, Нижней палаты парламента, и маслихатов. Это местные представительные органы, которые состоятся в это воскресенье 19 марта. Эти выборы будут уникальными во многих отношениях. Во-первых, в голосовании примут участие две недавно созданные политические партии. В конце прошлого года в Казахстане была создана партия «Зеленых», основным намерением которой является привлечение внимания к экологическим проблемам страны. Эта повестка имеет особую важность в контексте серьезных вызовов в борьбе с изменением климата, а также вызывает большую озабоченность наших граждан в свете непреходящих последствий крупномасштабных экологических бедствий, вызванных деятельностью человека. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 7 политических партий, предлагающих электорату широкий выбор для реализации избирательного права. Порог регистрации был снижен в 4 раза, с 20 тысяч до 5 тысяч участников. Участие этих партий в конкурентных выборах будет способствовать укреплению многопартийной системы, развивая потенциал политического плюрализма, цель которой наша страна последовательно движется на протяжении последних лет. Примечательно, что порог для прохождения партии в Мажилис был снижен с 7 до 5%, что облегчает новым партиям прохождение в парламент и играет важную роль в повышении подотчетности правительства.
Во-вторых, впервые с 2004 года на выборах в Мажилис будет использована смешанная пропорционально-мажоритарная модель, где 70% депутатов будут избираться пропорционально по партийным спискам, а 30% по мажоритарному принципу по одномандатным округам. Это означает, что 29 из 98 членов Мажилиса парламента будут избраны по одномандатным округам, в то время как 69 будут избраны по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов республиканского значения также пройдут по смешанной избирательной системе с соотношением 50 на 50. Тогда как в маслихаты более низкого уровня депутаты будут избираться полностью на мажоритарной основе. В общей сложности выдвигается 12451 кандидат, из которых 716 в Мажилис и 11735 в маслихаты. В избирательные бюллетени отныне включена графа «против всех», что позволит избирателям, если они того пожелают, выразить свое неодобрение всем выдвинутым кандидатам. Наконец, при распределении мандатов членов парламента по партийным спискам на законодательном уровне была установлена 30% квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями. Эта мера гарантирует более широкий диапазон представленности всех групп населения в парламенте. Наша страна всегда заявляла свою приверженность проведению свободных, прозрачных и справедливых выборов. Роль наблюдателей за избирательным процессом, несомненно, имеет большое значение. Мы пригласили 10 международных организаций и сотни наблюдателей из иностранных государств для наблюдения за избирательным процессом, включая представителей из Азербайджана. Предстоящие выборы станут еще одной важной вехой в развитии казахстанской демократии. Они внесут вклад в создание справедливого Казахстана, процветающего общества с динамичной и конкурентоспособной политической системой. Поскольку мир продолжает преодолевать текущие геополитические и геоэкономические вызовы, стабильный и процветающий Казахстан отвечает интересам не только собственных граждан, но и далеко за пределами своего региона. Наши политические реформы, подкрепленные конкурентными выборами, являются основой, благодаря которой мы обеспечим нашу стабильность и продолжим строить наше будущее. На этом я хотел бы завершить первую часть нашего сегодняшнего мероприятия и перейти ко второй части. Я хотел бы вам напомнить, что в прошлом году наши братские страны отметили 30-летие дипломатических отношений. Весь год был насыщен проведением большого ряда значимых мероприятий, главным из которых стал официальный визит президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, в Азербайджанскую республику. В этой связи мы обратились с просьбой к уважаемому директору азербайджанского представительства, национального представительства межгосударственной телекомпании «МИР», заслуженному журналисту страны Ильгару Пашазаде, оказать доброе содействие в съемке фильма, посвященного этой знаменательной дате. Благодаря творческой команде телекомпании «МИР», а также уважаемой госпоже Хаяле Юсипзаде, была проделана большая работа, которую мы хотели бы представить всем вам. От имени Казахстана я хотел бы выразить нашу глубокую благодарность и признательность руководству и всем сотрудникам телекомпании «МИР» за доброе и ценное содействие в реализации этого важного проекта. Как говорится, мир приносит счастье. Но после того, как мы посмотрим фильм, я готов ответить на вопросы журналистов, если такие имеются. Мы специально раздали информационный бюллетень, чтобы могли подробнее узнать о том, как будут проходить наши парламентские выборы, которые завершат перезагрузку политической системы в Казахстане и с новыми институтами власти мы продолжим наше уверенное развитие. Чок сау. Спасибо за внимание. Все наше посольство, всех сотрудников, всех тех, кто...
решен. Бакинский дом КОП сдан в использование предпринимателями с января 2023 года. Баку СМИ Хаус предоставляет услуги, необходимые для ведения предпринимательской деятельности субъектом бизнеса, государственными и частными учреждениями. В целом, в Баку СМИ Хаус предпринимателям предлагается более 150 услуг 29 государственными учреждениями и более 100 услуг 20 частными учреждениями. Таким образом, предпринимателям помогут при обращении в Бакинский дом
Домкоп по вопросам регистрации бизнеса, получения лицензий и разрешений, подготовки бизнес-плана, доступа к льготным финансовым ресурсам, налогообложению, таможне, рекламы, безопасности пищевых продуктов, подключения к коммунальным услугам, нотариальных и других вопросов, необходимых для активности предпринимательской деятельности. В Бакинском доме КОП также есть помещение для обучения стартапов и посредничества. В домах малого и среднего бизнеса, где государственные и бизнес-услуги предоставляются предпринимателям в едином пространстве. Услуги предоставляются на основе принципов эффективности, прозрачности, вежливости и удобства. Сбор бизнес-услуг в одном месте, экономия времени и затрат, а также эффективность – основные преимущества домов малого и среднего бизнеса. Добрый день, Теймурбей. Сегодня, наверное, нашим телезрителям расскажете о вашей деятельности, когда вы созданы и какие цели и задачи. Добрый день, Юрий Маханов. Во-первых, хочу поблагодарить команду телеканала «Пирамида ТВ» за возможность рассказать о большом потенциале для сотрудничества и взаимодействия азербайджанских и кыргызских предпринимателей. Для начала расскажу о представляемом мной агентстве. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики было создано в 2017 году. В прошлом году мы отмечали пятилетие нашей деятельности. И общественность и бизнес-круги оценили эти 5 лет как высокоэффективными и высокорезультативными. Но экономя время ваших зрителей, я, наверное, буквально тезисно расскажу о том, чем мы занимаемся, и о том, в каких направлениях мы активно ведем свою работу. Значит, если поделить структурно нашу деятельность на 5 стратегических приоритетов, то таковыми являются улучшение бизнес-среды. Этот приоритет, он относится к, значит, активному взаимодействию с общественным советом при агентстве, в котором представлены различные ассоциации в зависимости от сферы деятельности предпринимателей. И в результате вот этого активного взаимодействия с этой с общественным советом, значит, плюс посредством информации, которая поступает от наших представителей во всех регионах республики, ведется работа по инициации законодательных реформ с целью улучшения бизнес-климата и для, то есть, субъектов, не только для, да, то есть для субъектов малого, среднего, то есть малого и среднего предпринимательства. Также в рамках этого, значит, стратегического приоритета осуществляется работа по медиации, то есть разрешению определенных споров, каких-то конфликтов в бизнес-среде. Вторым направлением является поддержка бизнесом в сфере доступа к финансам. То есть наше агентство выдает гранты на исследовательскую деятельность, также финансирует исследования рынка, и нашему агентству выдается стартап-сертификация инновативным предпринимателям. И эта стартап-сертификация, она предоставляет линию от перечня налогов в процессе деятельности сроком на 3 года. Следующим пунктом я бы хотел обозначить — это смарт-управление, то есть умное управление. Сейчас это достаточно актуальная тоже тема. Это больше относится к цифровой трансформации, а также к предоставлению услуг как G2B, то есть государство бизнесу, так и бизнес бизнесу посредством каких-то цифровых решений. Дальше это доступ к знаниям, то есть у нас достаточно широкая сеть центров развития МСП, тоже по регионам, и в этих центрах, значит, предоставляется
тренинги, консультативы и так далее предпринимателям для увеличения бизнес-грамотности и то есть предпринимателям предоставляется тот значит, перечень знаний, который необходим им для осуществления успешной деятельности. И пятый пункт, который, в принципе, я раскрою больше, значит, этот пункт заключается в помощи предпринимателям в выходе на рынки. То есть здесь речь идет не только об Азербайджане, но также и о зарубежных рынках. Да, это государственная поддержка малого и среднего бизнеса. То есть мы как помогаем предпринимателям значит, выходить на рынок в Азербайджане, то есть сотрудничество с торговыми сетями и так далее, участие на выставках и каких-то значит, международных предприятиях, также это на международных мероприятиях, также это и значит, создание возможности для предпринимателей выходить на иностранные, на зарубежные рынки. И как раз вот в этом направлении, значит, с целью поиска и улучшения бизнес-возможностей для азербайджанских предпринимателей за пределами страны, значит, нашим агентством активно ведется работа по налаживанию двусторонних отношений с аналогичными организациями и бизнес-сообществами в других странах. И в частности, большая работа ведется и по направлению Кыргызстана. Эта практика позволяет расширить понимание и видение наших предпринимателей, значит, дает возможность им обмениваться опытом и, конечно же, налаживать взаимовыгодное сотрудничество с потенциальными партнерами из Кыргызстана. И я хочу добавить, вот недавно вы знаете, что был визит, официальный визит господина президента Кыргызской республики и наоборот, и Азербайджанской республики, президент посетил Кыргызстан. По вашей сфере, как она отразилась? Отразилась ли, какие работы ведете по этому направлению? Хороший вопрос, Хюкюме ханам. Кстати, вот та интенсивность и динамика в двусторонних отношениях, она говорит сама за себя. Я тоже коротко скажу о том, что наше агентство, оно тоже активно принимает участие вот в этих в двусторонних отношениях на уровне значит, малого и среднего предпринимательства, то есть во время визита главы государства Азербайджанской Республики господина Ильхам Алиева в Бишкек значит, был подписан меморандум о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Кыргызстана. И значит, плюс к этому значит, мы многократно, наш председатель многократно встречался с послом Кыргызской Республики в Азербайджане и также с директором агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана господином Умриелем Тимиралиевым. Недавно во главе с заместителем главы Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Турубаевым была делегация в Азербайджане, и господин Бакыт Турубаев посетил значит, дом МСП в Баку, ознакомился с оказываемыми нами услугами. Ему было рассказано о сфере нашей деятельности, он ознакомился с нашей деятельностью. И как раз вот на этой встрече обсуждались возможности для развития отношений между субъектами предпринимательства Кыргызстана и Азербайджана. То есть, говоря о возможностях, нужно учитывать следующие факторы. То есть, первое – это поддержка со стороны государства. То есть, государство, правительство обеих стран значит, культивирует
вот эти взаимоотношения с целью налаживания и с целью развития экономической составляющей в отношениях. Значит, ну, как я уже до этого сказал, много работы было проделано в этом направлении. Второе – это, значит, историческая связь, то есть нас объединяет с кыргызским народом очень много общего. Значит, это культурные сходства, и также и принадлежность кыргызского и азербайджанского языка к тюркской группе языков, что тоже говорит о очень глубокой и исторической связи между двумя братскими народами. То есть азербайджанские и кыргызские предприниматели должны думать должны быть осведомлены о том, какие большие возможности сотрудничество открывает для них. То есть это соседство Кыргызстана с ведущими экономиками Азии, это, значит, геостратегическое, географическое положение Азербайджана, то есть на стыке севера, юга, запада и востока, то есть и Европа, да, и это дает возможности для комплементарного производства с целью реэкспорта, то есть для увеличения товарооборота между двумя странами. Да, это членство в организациях, в экономических организациях. То есть вот это все то есть дает общую, очень благоприятную картину для того, чтобы вот это сотрудничество, это партнерство, оно было бы успешным. И мы очень активно тоже работаем в этом направлении и готовы поддержать заинтересованных лиц, то есть заинтересованных в налаживании контактов с их потенциальными азербайджанскими партнерами. Это в интересах не только Азербайджана, но и Кыргызстана. Вот какие новшества еще были внедрены за это последние годы, когда вы начали взаимосотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном? Ну, я могу сказать о том, что то есть уже есть осязаемые результаты вот этого взаимодействия. Это открытие торгового дома Кыргызстана, которое был открыт в декабре прошлого года. Да, это, то есть есть уже осязаемые результаты. Это открытие торгового дома Кыргызстана в Азербайджане. То есть такие инициативы, они именно и то есть дают возможность азербайджанским предпринимателям ознакомиться с продуктом, с продукцией, с культурой и с то есть, потенциальными возможностями ведения бизнеса в Кыргызстане. Скажем, политики, экономики, и там еще есть такие взаимодействия между двух государств, братских, азербайджанцев и кыргызского народа. Еще складывается такое отношение братское, и мы видим их культуру, ознакомливаем, смотрим, мы их по городу везем, показываем Азербайджан, какие потенциалы, какие результаты за последние годы, за проделанную работу с нашим президентом. Такие инициативы, они очень полезны. Я сам был в составе делегации в позапрошлом году, был в Бишкеке и вернулся оттуда под большим впечатлением от теплоты, от вот этого дружеского отношения, от теплого отношения со стороны от гостеприимства, от кухни и, конечно же, от природы Кыргызстана. И даже вот этот рабочий визит, с которым мы были там, я был в составе делегации, после этого, то есть я до сих пор поддерживаю контакты с моими коллегами из Кыргызстана, и мы периодически созваниваемся. То есть это говорит о том, что родство, оно на каком-то подсознательном уровне, оно сказывается. Вот эта теплота, она чувствуется. И, конечно же, вот как вы сказали, то есть экономическая составляющая, она... Да, она необходима, она укрепляет взаимоотношения, но когда вот, в истоках взаимоотношений также есть какое-то культурное и историческое родство и братство, да, то есть то это вообще делает взаимодействие не только полезным, но и очень приятным. Да.
Мы говорили только о сотрудничестве между двух государством Азербайджан и Кыргызстан. А собираетесь ли вы расширять вот это все взаимосотрудничество между другими туркоязычными государствами? Мы активно работаем в развитии, по этому направлению, в развитии двусторонних отношений как с предпринимателями и с бизнес-сообществами, и с аналогичными структурами в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане. То есть активно ведется работа в этом направлении. Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить кыргызский народ с праздником Новрус. Да, с праздником Новрус, пожелать им счастья, благополучия, крепкого здоровья и успехов. Отрывки из эпоса «Манас» прозвучали в культурной программе презентации азербайджанской части книги «Адила Джамила. Эпос Манас» в турецком фонде «Наследие и культура в Баку». Бакинская школьница Сауле исполнила кыргызские песни. Қары келіп қармаса, жүңіріп балдар жүрқырай, қатулыққа шығабай, көзінің жашы бұрқырай, кірк баланы қырқыдың, Манас жинап алыптыр, чоң Алтайдың талаға, чоғылты бойын салыптыр, кірк баланы қырқыдың, чоғылты бойын салыптыр ой. Қарақытай манжудан 80 бала келіптір, сөз көрсетіп тұрдына, сөзден дешіп қалыптыр. 80-інің ішінен боз қалмақтың балдары, Манастың жолын тұрғылып, 80 бала ұмбылың. Қызы талақ бұрыттек, бұл бұрыттың балдарын.
We'll be right back.